Во всех военных округах России сегодня были подняты по тревоге подразделения вооруженных сил. Внезапная проверка боеготовности началась по решению Верховного главнокомандующего. Владимир Путин поручил оценить состояние армейских арсеналов и баз, где хранится военная техника. Кроме того, задачи по мобилизации поставят перед органами управления армией. Проверить готовность системы управления войсками и развертыванием полевых подвижных пунктов управления, объединений и привлекаемых соединений. Особое внимание – уделить организации работы оперативного состава при планировании применения войск в кризисных ситуациях различного характера. Внимание необходимо обратить на мобилизационную составляющую вооруженных сил, состояние резервных формирований, содержащихся на хранении запасов вооружения и военной техники. На завершающем этапе проверить возможности военных округов по своевременному слаживанию и выводу сформированных соединений и подразделений специальных войск в районы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В Минобороны также сообщили, в некоторых маневрах примут участие резервисты. Проверка завершится 22 июня.